ефіра програма «Новини регіону». У студії Олена Мілющенкова. Вітаю вас сьогодні у випуску. Перший в області і найбуйніший у Білорусі. У Могильові відкрився кризисний центр Білоруського Червоного Крижа. Перший міжрегіональний зльот молодіжного парламенту пройшов у Круглянському районі. 30 год отзначила другая школа Быхова масштабным ремонтом установы. Первый в области и наибуйнейший у Беларуси кризисный центр Белорусского Червоного Крыжа открылся у Могилеве. Отрымать часовое жилье тут смогут как замежные громадяне, у их лику вымушенные мигранты, беженцы из Украины и інших краин, так и белорусы, которые опынулися у складанной ситуации. У новом кризисном центре одночасово смогут разместиться до 20 человек. Для их подрыхтованы все умовы. 4 покоя для проживания и отпочинку, кухонная и столовая зоны, помешкания для детей и иншее. Проект этот был изначально достаточно амбициозным. Мы выполнили большой объем работ, потому что действительно и большие площади помещений, требовались большие объемы ремонтных работ. Но я считаю, что все, что мы планировали, мы выполнили. Акрамя магчимости часового проживания, у кризисном центре будет оказываться информационно-консультативная допомога, психосоциальная подтримка и комплексное решение житевых проблем. Это, например, питание працеулаткования, оформление документов и пошуку постоянного места жихарства. Наша страна готова к любому вызову, миграционному, неважно. Если к нам приезжает человек, который просто с другого государства требует какой-то помощи и поддержки, в том числе и Белорусский Красный Крест всегда готов прийти на помощь, чтобы помочь. Но мы должны понимать, что эти сервисы будут работать и на наших граждан в том числе. У нас на этих площадях мы можем спокойно обучать навыкам оказания первой помощи, работать с нашими пожилыми, работать с нашими детками, да, с различными категориями, с инвалидами. Этот центр будет постоянно работать. Тут же планируется работа навучального центра для детей мигрантов, центра приема, заховывания и выдачи гуманитарной допомоги, информационного центра. Такие гуманитарные проекты сегодня имеют особливую важность. Действительно, сегодня очень важны те гуманитарные проекты, которые проводятся в Белорусском обществе Красного Креста, Могилевское областное отделение в этой части тоже может являться примером. Это и волонтерское движение и так далее. Это обучение первой помощи, оказание первой помощи в трудовых коллективах, университетских, молодежных коллективах. И это та миссия, которую Красный Крест несет достаточно активно и привлекая в свои ряды многих сторонников и действительно сегодня оказывая вот эту вот обширную помощь нашему обществу. Допомогу от Могилевской областной организации Белорусского товариства «Червоного Крыжа» уже отримали около 350 вымушенных мигрантов с территории Украины. Ганна Петрова-Кумінська, Александр Артемьев, «Новини региона». Перший міжрегіональний зльот молодіжного парламенту пройшов у Круглянському районі. Молодь Круглянщини активно співпрацьовує з депутатським корпусом району і при його підтримці реалізує шерех ініціатив. У Круглянском районе реализовано шерех проектов по инициативе молодежного парламента. При поддержке райсовета депутатов и мясовой улады, до прикладу, добро упорядковали городский сквер, где информационные бигборды свечить про историю района от давнины до сегодняшних дён. А еще у глубоким лесе молодь организовала памятное место. Тут у 1943 году фашисты спалили вёску Бяроска и яе жыхароў. Теперь сюды организованы шерех экскурсий. Своим гостям-ровесникам с Могилевского, Шкловского, Белынинского и Быховского районов господары организовали экскурсию по краевидах района и поделились опытом по захованию спадщины. Подготовили программу нашей выставки о наших инициативах. Значит, экскурсия. Также у нас будет мировое кафе, где мы обсудим наши молодежные инициативы, семейные ценности, здоровый образ жизни в плане мировом плане. Между районами поделимся своими идеями и где-то подчеркнем идеи их. Цель нашего мероприятия – прежде всего познакомить с историей Круглянского района, с теми людьми, которые здесь живут, с депутатским корпусом, рассказать о той работе, которая проводится учреждениями образования, культуры в рамках патриотического воспитания. Одним из основных вопросов – это обсуждение предстоящей избирательной кампании.
А так само у рамках дня інформування насельництва старшиня облсовета депутатов Ирина Раинчик встретилась с активом депутатского корпуса, представниками органов территориального местного самокирования, старостами вёсок. Размова шла об работе со зворотами громадян и реализации местных инициатив. Для всех удельников встречи Круглянский историко-краязнавчий музей подрыхтовал выставу «Без термина давнины» про геноцид белорусского народа у годы Великой Айчи войны. Татьяна Сергейчик, новини региона. Дети – маленькие громадяне Беларуси, и у них есть свои правы и обовязки, которые гарантуются державой. Все это закону о правах детей 30 годов. Что сделано за этот час для белорусских детей, чему закон особливо актуальны зараз? Про это и не только у нового выпуску программы «У полный голос». Статья 15 закона о правах ребенка, она конкретно гласит и определяет право ребенка на проживание в семье. Ну и естественно, что ребенок должен жить в благополучной семье. И вот эти детки, которые на колясках вместе с родителями приезжали на это мероприятие, увидев друг друга, сидя в коляске, едут навстречу друг другу, здороваются как взрослые и радостно говорят о том, что «Привет, ты сегодня, мы с тобой сегодня вместе». Мы выхаживаем недоношенных новорожденных детей всей Могилевской области. У нас существует первый этап выхаживания на базе отделения реанимации и второй этап выхаживания на базе отделения для новорожденных детей. То есть мы начинаем лечить деток самого-самого раннего возраста. В большинстве своем персональные данные сообщает сам ребенок. Ну, рекомендация такая, что не надо лишний раз свои персональные данные сообщать. Смотрите программу «В полный голос» в четверг, 16 ноября в 19:15. Смяротное ДТЗ отбылось в Могилевском районе. По информации Дяжаўтоінспекции, у вечера у вёсцы Сялец загинул пешеход. Как поведомили супрацовники Дяжаўтоінспекции, 58-годовый могилевчанин, водитель автомобиля МАН, здійснив наезд на 87-годового пешехода, который переходил проезжую частку у неустановленном месте у зоне бачности пешеходного перехода. И без светлоотбивальных элементов. А до отриманных травм мужчина загинул на месте. Зараз по этом факте проводится проверка. Одновленные кабинеты, сучасная лаборатория для испытов, адрамонтованный харч-блок. 30 год с дня заснования отзначила другая школа Быхова. Своим особливым подарунком до свята стал масштабный ремонт установы. Музей хлеба, можно сказать, гонор школы. Сюда попадает шамаль за воходу. Старшеклассник Микита Зеляпужин третий год проводит экскурсии для наведвальника. У гэтым разом до экскурсии долучились молодшие школьники. Кожная речь у музея связана с хлебом, жорны, плуг, барана. Да, прилад працы, которые использовались при жниве, можно не только докрануться, а еще и попробовать себе у роли майстров хлебной справы. Все для хлеба сделать – это очень трудно. Сначала надо подождать, пока вырастет семена, ну, из чего делается, вот семена. Как сказать, я не помню, как называется. Зернышки. Ну да, зернышки. Потом надо их вот так намолоть будет. Потом из муки сделать тесто, из теста выпечить хлеб и так далее. Музей, створенный у 2005 году, и первые его экспонаты появились у разделе «Хлеб и война». Тут можно увидеть и каску советского солдата, и даже аскепки от снарядов, и, конечно, ковалочек блокадного хлеба. Экспозиция музея постоянно дополняется. Например, тут нашлось место для выработки из макарон, створенных руками детей школы. А сёлета планируют поширить раздел белорусского одения. Ведем хронику жатвы. Можно посмотреть с 1990 года по сегодняшний день, кто лучше всего работал. Сравнить, когда наши ученики будут заниматься исследовательской работой, вот этот материал тоже можно применять в своей работе. Другая школа Быхова, самая молодая у районе, одна из великих. Тут навучаются больше за 800 вучнев, причем некоторые проезжают с близлежащих весок. Все лето школа отзначила 30-годовый юбилей. Своеобразным подарунком стал масштабный ремонт. В этом году у нас был полностью переоборудован пищеблок с закупкой нового оборудования. Полностью заменена система водоснабжения и канализации. Фасад школы приобрел новый вид. И созданы вот на базе нашей школы вот такая лаборатория, где комплекс, здесь комплекс, где занимаются дети
опыты – физика, химия, биология. Атрымался единый центр инновационного навучания с сучасным обсталяванием, где могут заниматься вучни из усяго района. Юлиана Уласова, Юрий Уласцов, новини региона. Самые яркие и талановитые представники высших навучальных установ в области собрались на областном этапе конкурса «Студент года». У зале Дома культуры чыгуночников был аншлаг. Как прошло головное свято у всех студентов, убачила наша здымочная группа. Подрыхтовка до конкурсу заняла амаль месяц. Каб годно представить свою установу адукации, студенты працавали и днем, и ночью. Удельники проходили майстер-классы и обороняли перед журы свои проекты. Их магчыма будет реализовать не только по области, але и в масштабах республики. Мне кажется, самый тяжелый и трудный этап мы уже миновали. Это было на университетском этапе. Все те же испытания и конкурсы остались. Здесь скорее только повторение. Настроение у всех очень хорошее, все позитивные, все готовы выступать. И все этого хотят, безусловно. Я очень рад, что прошел на такое серьезное мероприятие. Конечно же, это мне стоило очень много. Это мои бессонные ночи, мое время. Если, конечно, нельзя лукавиться, это пропуски пар, это огромная подготовка. У визитцы хлопцы и девчата рассказывали про свою будущую профессию. До речи, усе удельники обрали працу згодно специальности, по якой яны вывучаются. Творчий этап герои нашего часу показал разностайность сучасной молоди. Сярод удельников есть танцоры, волонтеры и нават те, кто працавал у складе пошукового клуба «Викру». Благодаря тем мастер-классам и подготовке, которая была, мы помогаем им быть более уверенными, раскрытыми на сцене. Сегодня каждый индивидуальный, они все индивидуальные. Это будет очень интересно, завораживающе и действительно показательно для всей остальной молодежи. По выниках конкурса пераможцы стала Александра Шведова с Могилевского института Министерства внутренних справ. И она представит нашу область на республиканском этапе студента года у Минску. Карина Немцева, Александр Артемьев, новини региона. Культурный код шкловской земли бережливо заховывают майстрицы городецкого дома рамёству. Коллекция пополняется стародавними рушниками, якія на заховывание приносят мясцовые жыхары. И это майстерство, як найвялікший скарб, народные умельцы передают с поколения у поколения. Вот один из последних рушников, который принесли к нам сюда родственники. Это вот такой рушничок. Здесь он выткан. Мы его переносим на вышивку, например. Но здесь прослеживается именно узор колосьев. Это значит, достаток в семье должен быть. Сейчас мы его попробуем реконструировать. Гэта толькі адзін з народных скарбаў, які апошнім часам атрымаў гарадзецкі дом рамёстваў ад мясцовых жыхароў. Калекцыя пастаянна папаўняецца, і важна не проста хаваць такія рэчы ў куфарах, а зберагаць гэта майстэрства, як вось гэты ахоўны рушнік, на дастатак. Мы нашлі старыйныя рушнікі, которые нашлі на нашай зямлі, здесь, на Шкловшчыне. І этот уже рушнік, это сделана реканструкція па старыйнаму рушніку. Значит, здесь бытавала именно такая вышивка. Побачить стародавние и одновленные рушники можно на выставах и кермашах. А еще научиться вышивать у майстриц городецкого дома рамёства на майстер-классах, одновлять рукодельницы и старожитные ляльки, якія так само уникальные для пэўнай мясцовости. Сама куколка, да, была найдена на Шкловской земле и вот воссоздана. Детская кукла-скрутка также являлась оберегом. Она изготавливалась из льняной ткани, из цельного куска, скручивалась в такой жгутик, так скажем, да. И на ней был нанесен узор. Узор это защитный для ребенка. Усе гэты экспонаты, якія заховывают культурный код шкловской земли, были собраны подчас экспедиций по разных кутках региона. Мы договариваемся с жителями определенной деревни, что мы к ним приедем, что в них, возможно, что-то есть. Они нам заранее говорят, вот часто встречаешь человека, и он рассказывает, что вот а у меня тоже сохранилась такая постелка, а у меня такой-то рушник. Ну вот мы собираемся своим домом ремесел и едем со товаром. Так, бережливо заховуючи спадщину минулого, закладываются новые традиции для створения будущего нащадков. Кристина Кранкевич, Дзяніс Жавіна, новини региона. В облачно с прояснениями часом невеликий мокрый снег. Такое надворье синоптики прогнозуют на пятницу. Гололедица и слабый ветер. В день минус 3, плюс 2 градуса.
У суботу переважно без опадков, але у ночи зауважно похолодая, махчима до минус 9 градусов. У день минус 4 плюс 1. И у неделю слупок термометра опустится еще ниже. У день чекается от 0 до минус 5. Я на этом с вами развитываюся. Бережите себя. До встречи.